В Южной Осетии почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии. К мемориалу защитников Отечества были возложены цветы и венки. В памятной акции приняло участие руководство республики, представители общественности, жители и гости столицы. Абхазия понесла очень большие потери. Она прошла очень сложный путь. Там воевали и осетины, наши братья. И тот героический путь особенно важен сегодня. Сегодня важна история, когда мы видим, что и в зоне специальной военной операции воюют и абхазы, наши братья, и осетины бок о бок, и русские ребята. И очень важно, мне кажется, даже вот в это время, особенно в это время, помнить те сложные вехи в истории, которые проходил и наш народ, и абхазский. И ровно поэтому мы сегодня сюда пришли, чтобы почтить память, выразить солидарность с народом Абхазии. Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. Жертвами грузинской агрессии стали около 5000 человек. Мужественно братский абхазский народ защищали и наши соотечественники. Одними из первых они прибыли в зону боевых действий и встали на защиту мирных жителей. Многие так и не вернулись с поля боя. Одним из первых на помощь истекающей кровью тогда Абхазии прибыли наши добровольцы. Добровольцы из Южной Осетии, прошедшие боевой путь. И есть такое остинское слово «невсебоохт». Вот они вселили надежду. И, естественно, стояла задача остановить противника и не дать возможность вообще продвинуться дальше. Посол Абхазии выразил благодарность народу и руководству Южной Осетии за то, что каждый год вместе с абхазским народом они вспоминают невинных жертв и героически сражавшихся ребят в Отечественной войне народа Абхазии. В Абхазии помнят и глубоко чтут память тех ребят, которые сложили свои головы. К сожалению, пролилась и осетинская кровь. Семеро наших доблестных, достойных парней, они сложили свою голову за свободу и независимость Абхазии. В Абхазии это хорошо все помнят. Безмерно благодарны осетинскому народу за то, что воспитали таких достойных сыновей. И я должен сказать, что огромная благодарность, конечно, руководству республики, которые сегодня организовали вот это мероприятие. Это говорит о том, что на самом деле наши отношения носят поистине братский характер. Вот желаю всем здоровья, желаю процветания и мира нашим народам. 14 августа – День памяти защитников Отечества. В этот день во всех городах и районах Абхазии возлагают венки и цветы к памятникам и могилам погибших в Отечественной войне абхазского народа. Зарина Кочеева, Альдина Чехоева. Информационный выпуск сегодня.